Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Heavy Rain. И у нас начинается, собственно говоря, интересные, между прочим, части данной игры. Это, в общем-то, части непосредственно с прохождением испытаний мастера оригами. Это у нас непосредственно первая из них. Вот это испытание у нас называется «Медведь». И нам, в общем-то, видим, в общем-то, Даитана, который у нас приходит на парковку. И здесь его ждет некая машина, в которой у нас дальнейшие инструкции, как я понимаю, да, даны. В общем, сейчас будем это испытание с вами выполнять. Все эти испытания довольно-таки прикольные. То есть, как бы, так или иначе, в общем-то, будут, естественно, проверять нашу преданность сыну. Нашу готовность собой для него пожертвовать, так или иначе. Что-то типа, даже порой будет тут а-ля пила. Такие некоторые. Have I been here before? Hey, you're a pretty patient guy, you are. That car's been there for 2 years. We took it out for a drive every month and checked the tires and batteries, just like you said. Here, it's the third floor down. The service elevator is at the far end of the garage. Now, you have yourself a good one, Chief. Car's been here for 2 years. What does that mean? Сейчас мы поэтому по сигнализации ее, естественно, найдем. Ну, на дальний, да? На дальний слева получается. Нет, нам как раз таки и надо. Так, давайте когда точно убедимся, что это у нас она. Довольно-таки, кстати, такая неплохая. Что я хочу сказать-то? Очень даже такая неплохая машинка-то. Погнал нам. Мастера оригами. Так, давай смотреть тогда. Что тут у нас? Здесь ничего нет. Бардачок у нас что, закрыт? Да, бардачок у нас закрыт. Естественно, пристегнемся. А, нет. Он этот видео достал. GPS какой-то. Your destination is 4 miles from here. Leave the parking lot and take the first right. Ну, поехали. Что я тебе хочу сказать, дорогая? Так. Ага, так, РТ. Было РТ нажать, я, по-моему, РБ нажал. Ну, сейчас глянем, что нам там этот наш мастер оригами нам сейчас приготовил. Ну, давай сейчас глянем. Хватит ли у вас мужества, чтобы спасти сына? Чтобы спасти сына. Не заговаривайся бы даже. Если вы не достигли
Ух, ничего себе. I don't wanna die. Вот это да, так сразу. Not like this. Не слабо, довольно. If I succeed, I'll get more letters for the hangman. It's my only lead. No turning back now. Ну вот именно, что дороги-то назад нет особо. I can do it. I'd do anything to save my son. Давай, сможешь. I've got to do it for Sean's sake. I have no choice. Давай, поехали. Ну, конечно, это жесть. Это вообще жесть. Ну, вот здесь вот у него все такие вот, как бы, испытания, то есть, блин. Естественно. Так или иначе. Вот, но у меня вроде тут это, без... без фейлов получилось все проехаться. Поэтому он у меня нормально все пережил. Итан. Ну, там фейлы были, конечно, там под конец, там слегка. Там, по-моему, там очень много там было кнопок, которые не нажал, очень быстро появлялись. Ну, плюс, кстати, вот, да, проблема именно бокса в том, что здесь именно буквы, да, на этом, на геймпаде. Ну, конечно, когда у тебя, не знаю, там всякие, не знаю, фигуры, все это проще как-то нажимается. Фигуры, это я имею в виду, естественно, этот геймпад от Sony. То есть это то же самое Y с X можешь перепутать вообще элементарно. Вот это, конечно, есть такая небольшая сложность. Здесь LT и RB тоже очень легко можно спутать. Вот там тоже, там, когда там видишь там двойку, ты это как понимаешь, что это двойка, это не единица никак. Это, конечно, слегка дело усложняло. По сути, на протяжении вообще всего прохождения моего, так или иначе. Но это как бы есть такая вот тема. Так, вроде все уже, да? Вот тут сейчас поехали. Два фейла, ничего страшного. Так, ну и давай сейчас смотреть, что он там, где он там, что у нас оставил. Так, давай. Так, давай. Сейчас надо отсюда еще уходить, потому что сейчас рванет как. Машинка там, он уже горит вся. Так, не. ОБ, РБ, РТ, эх, эти. Давай. Забирай все сразу на выход. Я правда не понимаю, почему он сначала дверь не открыл. Как, мне кажется, так это было более логично, типа того. То есть он сначала бы дверь открыл, потом уже, не знаю, в бардачок отлез. А то сейчас еще и здесь непонятно, сколько времени, конечно, потратишь. Так, туда. Все хорошо. Давай. Уходи уже. Сейчас вообще.
Так, ну и смотри. Смотрим, в общем-то, да, сейчас у нас какие нам буквы дадут. Всего 4 дали. Маловато. Маловато, конечно. Очень даже маловато. Ладно, ладно, тогда давай тогда дальше, что ли. Пойдем. Будем думать то, что за другие нам дадут побольше букв. Ну, первое испытание, в общем, прошли. Вроде оно у нас довольно успешно. Без каких-либо проблем, соответственно. И у нас опять мотель. У нас опять мотель. У нас уже на этот раз сейчас будем играть за Мэдисон. Который, в общем, тоже сюда у нас. Сюда на байке она у нас сюда приехала. На мотоцикле. Это даже не совсем байк, по-моему. Я не знаю, можно ли байк вообще мотоциклом... Ну, как мотоцикл всегда именно байком называть. По-моему, вот нет. Все-таки байк — это байк. The reception. Let's hope they've got a room left. I'm worn out. I've got to sleep. The reception. The atmosphere here is one of concern. As there is still no news of 10-year-old Sean Morris who disappeared yesterday. A recent report indicates that the police are now treating this as another kidnapping by the Origami Killer. If this information is confirmed, hello there, sweetheart. What can I do for you? 3 to 5 days. I'd like a room. For you? Anything. For the investigators trying to find the child. Feeling the register. Madison Page, 27, single. How long will you be staying with us, Ms. Page? I don't know yet. Room 201. Last floor, stairs on the right in the courtyard. Thanks. The pleasure was all mine. Что-то он какой-то с приветом слегка этот администратор у нас. Room 201. Stairs on the right, last floor. Room 201. Stairs on the right, last floor. Room 201. Stairs on the right, last floor. Так, здесь я долго довольно мучился с этой лестницей, на самом деле. Но не получалось именно из-за камеры сюда нормально подняться. Так, господи, что ты делаешь-то? О, все. Поднялись нормально. О, нет, мы с Шоном встретились. Ну, с этим... С Итаном, в смысле, не с Шоном, да. Сэр? Are you all right? I'll call an ambulance. No ambulance. You're badly hurt. You need a doctor. Please, just help me to my room. It's number 207. Look, it's none of my business. I'll just leave him there and tell the receptionist. He doesn't want to go to the hospital. Why? Have you got the key? Uh,
Так, ну давайте-ка мы ему сейчас, естественно, поможем. Слегка так игра подглючивает, как вы видите. Как обычно. Вот, на самом деле, как-то не очень ее, мне кажется, оптимизировали. Но пока... Такой неприятный осадочек с этого у меня остался, конечно. Must have one, maybe two broken ribs. It's not fatal. But it's sore as hell. Your head is bleeding. It looks deep. He's in trouble. I can't just walk away and leave him like that. I'll help him first and ask questions later. I should disinfect his cuts. Paracetamol painkiller. Administer in cases of intense pain. Do not take more than one pill every 24 hours. Necafrin 100 antibiotics. Administer to combat infection. Paraphenol anti-fever. Administer only in cases of high fever. Paracetamol painkiller. Administer in cases of intense pain. Do not take more than one pill every 24 hours. Here. Take this. It should do you some good. It's a painkiller. It'll help reduce the pain. It says on the box to take one every 24 hours. I don't think it's a good idea to exceed the dose. I can't afford to wait. Necafrin 100 antibiotics. Administer to combat infection. Так, ну у него не инфекция, конечно. Так, что-то еще есть. I should disinfect his cuts. Вот это вот подойдет, мне кажется. Всем, по-моему, ранта особо нет. Здесь, кстати, прикольно сделано, то, что там, насколько вы ошибаетесь, когда вы, в общем-то, да, вот едете на машине, у вас он, соответственно, настолько будет покалечен. То есть вот это очень так это проработано. Так, вот здесь тоже долго. Вот очень-очень много у меня проблем вот именно с этим, когда вот надо аккуратно, да, вот этим стиком провести что-то. С этим, конечно, у меня проблем. Прям, мам, не горюй. Так, ну давай. Давай, что ли. Я не знаю, не до конца его наверх увожу. Вот именно вот сейчас вот этот вот стик. И мне кажется, я его чуть не до конца наверх увожу. Знаете? Мне реально что-то кажется, что я его сейчас вот не до конца наверх увожу. Так, а ну... Да, господи. Да это уже нормально-то все это сделать, а игра? Ну, все никак. Все никак-то, гляди. Да, господи. Даже сейчас. Эх, а я. Да, называется. Прохожу там суперсложная игра, а тут
ПТЕшку просто обычную. Нажать не могу, да, вовремя, скажете вы. Не, на самом деле я уже здесь много чего забыл, то есть как бы, но не настолько как бы, естественно. Так, вот, все. Со следующим вроде уже проблем таких не будет сильных. There. At least it won't get infected. Thanks. I wouldn't move around for a few days if I were you. I'm gonna take a shower. All right. Let me help you. I'll wait here until you come out. Let me know if you need anything. Так, ну давай сейчас мы посмотрим. Talk to me. That way I'll know if you pass out. В общем-то, что мы тут сейчас не сможем найти? За Мэдисон непосредственно. Мы-то так знаем, что у него тут очень-то много, скажем так, скелетов в шкафу. Типа того. За Мэдисон это будет, конечно, довольно так интересно обнаружить. Вот, например, фигурка оригами. Apart from fixing up strangers. I'm a photographer. I take pictures of furniture for fashionable design magazines. And you? I'm an architect. Thanks for staying. I feel a lot better now. Okay. I better get going then. By the way, you never told me your name. Ethan. Be careful, Ethan. The box. I have to open another origami figure. Man, I'm thirsty. Так, ну давайте мы сейчас, соответственно, попьем, естественно. И, в общем, пойдем смотреть наше следующее испытание. Соответственно, в общем, сейчас сразу, в общем, пойдем выполнять его, так или иначе. Вообще не отдыхает, смотри-ка. Ну, ты, конечно, даешь, Итан. I'm still in pain, but I gotta keep going. Устал, конечно, да, понимаю. I've gotta find my son before it's too late. Не слабо так-то устал. I don't know why she helped me. I hope she won't tell anyone. Я вот, конечно, не понимаю, в чем прикол вот именно их именно пронумеровать вот эти вот все испытания. Не знаю, не мог он там, не знаю, там третье перед вторым выполнить, например. Потому что, по-моему, это было бы довольно так прикольно. Так, готовы ли пострадать ради спасения вашего сына? Это у нас испытание бабочки. В общем-то, следующее оно у нас будет по счету. И, в общем, следующая глава у нас за Нормана Джейдена будет, его эпизод.
еще один у нас подозреваемый. Why didn't you shoot? Sorry? Well, back there, Nathaniel could have had a gun. Could have killed me. Why didn't you shoot? I prefer to have all the information before I make a decision. I try to make rational choices when possible. Come on, you had a fraction of a second to react. You could have whacked me before you had time to move. Well, I'm sorry. I thought you were a tough guy. A street cop who's been through the mill. I didn't think you'd scare so easily. Why don't you fuck off, Norman? Потроллили его слегка тогда. That's him. Miroslav Korda? Yeah? Lieutenant Carter Blake, I'd like to ask you some questions. Shit, don't just stand there, he's gonna get away! Ну и погнали за ним. Тут у нас вообще полностью вот это вот эпизод, он у нас полностью на QTE весь завязанный. То есть мы тут не будем непосредственно за него ходить никак, за Нормана. Вот здесь у нас полная прям QTE. Кстати, проблем даже не было с данным QTE. Если были, то там, по-моему, там только в конце. Конечно, на консоли все это дело было делать гораздо удобнее. Опять же говорю, да, потому что я играл, если что, в PS3 версию в свое время. Так, эх, нет, опять фейлы пошли. Ну, относительно вроде неплохо справился. Угу. Damn place is freezing. My hands are numb. Come on, show your ugly bastard face. Shit, where'd he go? I can't see anything here. Where the fuck is Blake? Так, ну и, собственно говоря, да. Вот так вот нас тут завалили таки. Но благо, в общем-то, Блейк. Видите, у нас здесь недалеко. Вот тут лопата ему усмирил, скажем так. Так, и у нас код Шелби. Сейчас мы, в общем-то, за него тут слегка так это... Говоря, побегаем, типа того. В общем-то, у него такой тут офис свой. Квартирка у него такая неплохая, да, довольно?
все оборудовал все. Ну, все-таки, конечно, вот на ПК игра в разы лучше выглядит, чем на PlayStation 3. Я помню, конечно, на Sony 3 это было мыло-мыло прям. И очень я рад тому, что все-таки вот эту версию я решился проходить, соответственно. Конечно, да, она тут без этого, без таксидермиста, если что. То есть таксидермист, это, если кто не знает, это было такое DLC, соответственно, да, на PlayStation 3 она только выходила. Собственно говоря, за Мэдисон Пейдж там была еще одна, грубо говоря, еще один подозреваемый, такой как мастер оригами, да? Вот, в общем-то, можно было там тоже... Еще одна, короче, глава за Мэдисон Пейдж была, когда, соответственно, да, игра выходила непосредственно на Sonic 3. И, соответственно, да, только на Sonic 3 оно было. То есть не на этой, не на 4, не на ПК, в общем-то, в него поиграть нельзя. Так что такие вот дела. Такие вот, ребят, дела. Так, ну давайте, наверное, подниматься. Я, конечно, не знаю, в будущем пройдем ли мы это DLC, так или иначе. Мне бы, если честно, хотелось, но что-то я как-то в смутных сомнениях, скажем так. Пока что я, если честно, в очень больших сомнениях, получится ли его так записать. Если, конечно, получится, то буду очень сильно рад этому. Естественно. I needed the rest. I haven't been sleeping well since the murder started up again. Да, я тебя понимаю, Скотт. То, что всегда вообще во всех фильмах, когда кто-то там, в общем-то, такой страшный, типа, объявляется, всегда, в общем-то, такие вот, в общем-то, сразу проблемы со сном у тех, кто все это дело расследует. Не позавидуешь им. Квартирка у него такая, я, в общем, хочу сказать сразу, да, неплохая. Очень даже неплохая. А сейчас я не понимаю, почему у него тут вот два крана таких вот. Так, и у нас посетитель. В общем, сейчас к нам кто-то пришел. Это у нас непосредственно Лоран. He said I could contact you if I remembered anything. Can I come in? Sure. Конечно, очень интересно у него на этой на двери Скотт Шелби написано, да, что после своей без номера квартиры. Я так понимаю. Я, конечно, понимаю, что он это, там частный детектив уже, там все такое. Но... как-то можно было бы еще и там этот самый номер квартиры бы наклеить, мне кажется, прилепить. Так, ну давай, рассказывай, что ты там у нас узнала, мадама наша. But a letter arrived in the mail the morning Johnny disappeared. A letter? What kind of a letter? It was addressed to Johnny's father. I don't know what was inside it, but he read it and then he left. That's the last time I saw him.
And you think there's a connection between that letter and Johnny's death, is that it? Do you remember anything else about the letter? Well, I don't know why, but I kept the envelope. It was mailed in the Carnaby district. The day before Johnny disappeared. Nothing particular. Except the address. The address? It was typed with an old typewriter. Could be a lead, you never know. Well, thanks for your help, Lauren. I'll let you know if it leads to anything. Wait, I can't just sit around and do nothing while you're out there looking for the man who killed my son. Ever since you came around, I've been thinking, and I want to come with you. Help you in your investigation? There's nothing you can do to help, Lauren. It's not a good idea. Believe me. If you won't let me help you, I'm keeping the envelope. It's all or nothing. I'm sorry, Lauren, but I work alone. How many clues have you got, Mr. Shelby? This envelope. Maybe your only link to the killer. I understand. It was a stupid idea. Sorry for wasting your time, Mr. Shelby. Wait. You're really something special, Lauren. I'll give you that. I'm just a mother. A mother who wants to find out who killed her son. Are we partners? Ну ладно, давай тогда. Что ж с тобой делать-то? Интересно, да, как сказал, либо я вам помогаю, либо вы тут без улик останетесь всех этих. Знает, куда бить. Знает, конечно, куда бить. Так, ну и у нас, в общем, последняя на эту часть. Последняя, в общем-то, на эту часть эпизод. Это у нас непосредственно вечеринка в городе Крамера. Come to see Gordy Kramer. Kramer? The big wig tycoon from Kramer Construction? No, his son. You think maybe he's the origami killer? For now, I just have a few questions that need answers. Stupid to bring Lauren. I don't do partners too well. All that just to get my hands on that stupid envelope. Security all over the place. I would say Gordy's just a little bit paranoid. Security guard earned his payoff. Seems there really is a party going on tonight. What a joint! Kramer must be loaded. What do you think he paid for all this shiny crap? Мне кажется, очень. We'll discuss Kramer's decor another time. Мне кажется, очень много. I'm gonna go find Gordy Kramer. You stay here till I come back. Okay? Okay. Let me know if you need me. Okay. Gotta find Gordy Kramer. Well, I'm here. Might as well have it. Hi! Great party, huh? I haven't seen you. Well, let's get better acquainted, pal. Oh, you're my kind of guy. I like you. My friend.
was never squirt. Now I got me a new friend. I don't know why they have that goddamn music so loud. Can't hear myself thinking here. Okay, gotta find Gordy Kramer. Hi, I'd like to see Gordy. Gordy hasn't seen anyone. Beat it. Look, here's Mr. Franklin. Says I should go up. You talk so crazy if I shove that wall down your throat? Beat it! I ain't for sale. If I want to see Gordy Kramer, I'm gonna have to go about it some other way. Maybe bust a few heads? Yeah, tempting. But not such a good idea. Too many goon-shaped reinforcements around here. Booze, babes, and coke. Gordy Kramer seems to be quite the party animal. Those two goons and me seeing Gordy don't mix. Так, ну давай тогда к этому, к нашему другу пойдем, okay. Который там это уже ушел в отрыв довольно сильно. Hi, I'm Scott. I'm looking for Gordy. Have you seen him? Okay, gotta find Gordy Kramer. Whoa. Guy over there? Do you know what he said about you? What did he say? The bastard! Ah, sort him out! Ну да, он нам поможет сейчас. Заварушку тут устроить надо. Так, ну и мы сейчас туда аккуратненько пошмыгнем. Очень аккуратненько. Музыка же прикольная играет. Такая спокойная. Так, ну и Горди. В общем-то, я, наверное, на этом буду с вами прощаться. Сейчас у нас тут будет диалог. Соответственно, будет у нас такая небольшая КТЕшка. И, в принципе, на этом все. У нас уже видео закончится. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте канал друзьям, добавляйте юзерное, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем вам, ребят, большое-большое за это все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем всего хорошего. Всем на этом, ребят, пока. I'd like to know exactly what happened to little Joseph Brown. Beat it! You hear me? Get the hell out of here! What do you want? A witness saw little Joseph Brown get in the back of your limousine. That was the last time anybody ever saw him. Now, I know you've been arrested and interrogated until your father made a little phone call and the file was closed. I'd like to hear your version of the facts. The kid was lost. I just offered to drive him home. The police arrived, I explained the misunderstanding, and I was released. End of story. Nothing to get excited about, right?
Okay, so you're a good Samaritan, taking kids home who happen to get lost right next to your limousine? Now be a nice guy and tell me something I can't believe. Very well. I'm the origami killer. I get my victims into my car. I drown them in rainwater. Then I dump them on a wasteland with an origami figure in one hand and an orchid on their chest. I do that because I'm bored, Mr. Shelby. And it's a creative and entertaining way of having fun. Is that good enough for you? Or do you want more? This interview is over. Get rid of this clown! It's a dangerous game you're playing, Kramer. Do you know who my father is? He only has to lift one finger and you won't wake up tomorrow morning. You're the one that should be afraid, Mr. Shelby, not me.